Сегодня я хочу поговорить с вами о самой длинной суре Корана. Какая же это сура, братья? Конечно же, вторая сура в Коране. Сколько в этой суре аятов? 286. В одном из аятов этой суры говорится: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Слово «середина» на арабском будет «васат». Вам не обязательно это знать, но суть в том, что слово «середина» встречается в этом аяте. Теперь такой вопрос. Коран был ниспослан пророку, алейхиссалату вассалям, в письменном виде или в устном? В устном виде. Также Коран не был ниспослан целиком за один раз. Откровение приходило пророку, алейхиссалату вассалям, около 10 лет. И пока эта сура ниспосылалась по частям, другие суры тоже ниспосылались постепенно. А посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, разъяснял своим сподвижникам, к какой суре относится какой аят. И когда ниспослание суры Аль-Бакара закончилось, то он состоял из 286 аятов. Теперь послушайте внимательно. В 143-м аяте этой суры Всевышний говорит: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Сколько было аятов в суре Бакары? 286. В каком аяте Аллах называет нас серединной общиной? В 143-м аяте. В самой середине суры. Я бы понял, если откровения не спосылались письменно, и этот аят специально разместили посередине этой суры. Но в момент ниспослания не было нумерации аятов. И не было разговоров типа «эта сура состоит из 286 аятов, а та из трех» или «ты читал 30-й джуз». Они просто знали все наизусть и читали из памяти. Им не была нужна нумерация. Нумерация появилась только после того, когда Коран собрали в одну единую книгу, а это произошло намного позже. Это только один пример из священного Корана. Да сделает Аллах нас из числа тех, кто читает и размышляет над его прекрасными аятами, ведет нас прямым путем и дарует нам благословение покинуть этот мир в исламе.